Иван Николаевич Соловьев родился в 1920 году в селе Березово Пугачевского района Саратовской области. Был призван в Красную армию в 1940 году. Когда началась Великая Отечественная война, воевал на границе с Венгрией в составе 95-го пограничного отряда. С 1941 года по декабрь 1943 года Иван Николаевич Соловьев был разведчиком в 105-м партизанском отряде соединения Кавпака. Иван Николаевич не раз встречался со смертью. С 1944 года, когда Западная Украина была освобождена Красной армией, Соловьев воевал в 108-м отдельном разведывательном мотобатальоне 389-й стрелковой дивизии. Его боевой путь проходил дальше на запад, до Берлина. Иван Николаевич форсировал Вислу, брал Берлин, освобождал Чехословакию. Дважды был ранен. Родина высоко оценила вклад в победу Ивана Николаевича Соловьева, который стал полным кавалером Ордена Славы. Иван Николаевич также был награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалью «За отвагу».